Ну что ж, народ, всем привет, с вами Оксида. Сегодня мы, я надеюсь, завершаем летсплей по игре The Path, Тропа страшной сказки. И сегодня мы играем вот за эту вот девицу в белом сарафанчике. Кто это такая, я без понятия. Ну как, я так понимаю, это типа ангела-хранителя наших тех шести героинь, потому что если бы мы в процессе игры за одну из тех девушек к ней подходили, то она бы просто нас выводила вот на эту тропу, либо уже приводила к дому бабушки. То есть, как бы предостерегала бы нас от встречи с волками. Где она? Пустая дорога просто, я не знаю. Чёрный вор. Идите к дому бабушки. Нет, ей написали просто идите к дому бабушки и как бы все. Здесь идет дождь, и, видимо, это какой-то определенный символ, скорее всего, того, что типа оплакивают тех героинь, тех девушек, с которыми произошла беда. Ну, в общем, я не знаю. Как бы у меня только такие догадки. Давайте мы пойдем, что ли. Блин, ты застрял в дереве, что ли? Я думал, тут в деревьях не застревают, а тут застревают. Блин, тут я не знаю даже, как за нее играть, потому что, может быть, у нее тоже есть какие-то свои ключевые предметы. Ладно, давайте пойдем на цветочное поле, потому что, я так поняла, у всех героинь цветочное поле это, ну, как общий для них какое-то общее ключевое место, на которое они все должны сбегать, собрать по цветочку, ну, видимо, в букет бабушки, что ли. Да. Ну ладно, давайте. Давайте. Не, я чё. Отлично. Ну видите, я ж говорила. Ну, в отличие от остальных девчонок, она везде. Еще цветочек ты взяла? Зачем тебе столько цветочков? Ну, видимо, мы не все нашли, что ли? Какие-то еще должны быть, видимо, предметы, потому что у нас не открыто с вами, ребят. Ну, так, прилично слотов. Ну ладно. Побежали хоть куда-нибудь, блин, я даже не знаю. Ну, может быть, мы как бы что-то. Она нам дособирает те предметы, которые мы не собрали. Не знаю. Возможно, возможно. Да нет, вроде. Здесь мы были, я помню. Стопудово. Какая она шустрая прям. Так, а тут у нас что? Тут у нас озеро, с которого одна из героинь улетела с облаком с каким-то. Непонятно с каким. Галлюциногенным, видимо. Не, я, может быть, говорю эти слова совершенно не в тему, ребят, но блин. Ага, все, вижу. Там на карте обозначено, что нам нужно. О, да мне это еще что, все искать, что ли? Мне это что, все еще искать, что ли? Как тут карта вызывается на джойстике? Никак. А, вот. Нажмем. Ну, давайте посмотрим, значит, где мы находимся-то. А, нам надо идти на кладбище. Пойдемте на кладбище. Видимо, нам действительно надо с ней дособирать какие-то предметы. Ну, видимо, то, что мы не собрали другими девочками.
И чё, как бы... На кладбище-то мне чё надо? Скажи мне. Здесь вот ходил жуткий тот волк. Оборотень какой-то вообще. И что? Она ничего не собирает, она ничего не делает, ребят. Я не знаю. Ну. Чё-то как-то я без понятия. Вот это что ли могила? Чё я должна делать-то с ней? Господи, там какой-то голубой туман. Ну, народ, я не в курсе, я не знаю, я не понимаю. Она ничего не, здесь не делает и не хочет делать. Вот я пришла к могилке. Тут высвечивается... Тут высвечивается просто моська той девчонки, которая должна была сюда прийти. Ну, мы приходили ей. Всё, в общем-то. Ну, не знаю. Ладно, пойдемте другой предмет поищем. У меня как бы, знаете... Блин, не туда бегу. У меня других соображений нету. Я думаю, для этой-то вообще волк не появится, потому что... Она как бы... Антипод всего плохого, что здесь есть, и поэтому для нее ничего не нужно. Ну, вот из такого. Она, наоборот, охраняет... Охраняла тех девчонок от бед. Спасала их, если так можно выразиться. Пойдемте вот к этому предмету. Там какой-то ножик, что ли, светится. Давайте к нему сбегаем. Господи! Нет, игра очень нестандартная. Очень нестандартная. То есть, когда вот, первый раз в нее играешь, это же просто это мозговынос, ребят. О, да, давай мы еще цветы соберем, конечно. Что нам еще делать? Нам в коллекцию как раз не хватает еще. 45 штук. Блин, такая темнотища, что я нифига не вижу. Где этот ножик-то или что тут я должна найти? Ну и что? И где? Блин, я уже от этого ножика убежала, оказывается. Цветок меня отвлек. Всё ещё. Кошмар. Так, ну вот. Он где-то здесь, что ли, должен быть? А, вон он, вижу. Отлично. Ну, бери. Супер. Ну хорошо, бежим искать. Что бежим искать? Бежим искать. Так, значит. Так, пианино мы нашли, мы туда бегали. Цветок этот мы нашли. Какой-то шарик, что ли, блин. Ну, пошлите к шарику. Не помню я, правда, этот шарик. Ладно, не буду задавать лишних вопросов. Я даже не помню, кто его должен был находить.
Меня волнует больше другое. Как мы потом отсюда нафиг выберемся на дорогу? И даже музычка другая, ребят. И экран особо не темнеет. А, так вот дорога-то. Ё-моё. Ну ладно, окей. Хорошо. В общем, эта девица находит дорогу довольно быстро. И это хорошо. Это замечательно, я бы даже сказала. Потому что такой Сусанин, как я... заблудиться может в трех соснах, не говоря уже о таком здоровом лесе. Так, это решетка у нас. Вот так, это... блин, это вот этот пакет. Где шарик? Мне нужен шарик. Я, по-моему, мимо него пробежала. Блин, тут так все незаметно. А, вон он, вижу. Вижу. Ну, давай, бери. Нет, ты его не будешь брать? Видимо, потому что мы его уже, что ли, взяли. Я не знаю. Видимо, он у нас тут уже есть. Ну да, я так понимаю, она у нас дособирает предметы, которые мы не нашли другими девчонками. Окей, окей. А, что еще у нас осталось? У нас осталась только какая-то сумка, что ли, я даже не понимаю. Хотя у нас вон есть сумка. Или это стена, блин, я не знаю, ладно. А, и еще какая-то постройка, что ли, блин. Не знаю, ладно. Пошли. Пошли. Я иду, надеюсь... Блин, не в том направлении иду. Давай, бежи. Бежим, бежим, бежим. Давай. Хопа. Нет, не в том. Черт. Я опять запуталась. В каком направлении бежать? Ладно, пойдем соберем цветы. Может, еще попробуем найти все цветочки. Да хотя вряд ли я найду. Оставшись там сколько? 43-44 цветочка. Довольно странный у нее стиль одежды, я хочу сказать. Такое какое-то, знаете, летнее платьице и индийские сапоги. Интересно, интересно. Так, правильно бегу-то? Правильно. Блин, надо было мне что ли раньше картой пользоваться, хотя, блин, я нажимала, не было никакой карты, она сейчас только что ли появилась. Видимо, те предметы, которые мы искали другими девчонками, они появлялись после определенных только действий. Вернее, как, в лесу-то они, может быть, все время были, просто нам нужно было выполнить какую-нибудь комбинацию, типа, либо найти цветочки, либо... сконтактировать еще с каким-то предметом, чтобы открылся там другой. Ну, блин, я так думаю. Это на этой, на площадке, что ли, на... Это вот это, что ли? Так, погодите. Мне в этом ракурсе вообще нифига не понятно, что надо делать. Я так понимаю, мне нужно забраться куда-то наверх, что ли? Или это уже как бы я все нашла? А, ну ладно, окей, я не знаю. А, мы там пробежали или как? Или как, наверное. А, качельки. Ну, мы же на них качались. У нас уже были эти качельки. Давай, иди уже. Ну, иди к качелькам-то. Ну, да, эти качельки у нас тут были.
Вон, у нас они изображены. Не знаю, что она сюда пришла. Еще покачайся. Вертушечка. Когда была маленькая, тоже любила на всяких таких вертушечках крутиться, забираться. Так, ну что ж. Сейчас мы должны еще какой-то один предмет найти, который у нас уже есть. Не знаю, ребят. Что я делаю? Вот сейчас уже смысл как бы вот за эту девчонку играть. Я не понимаю. Напишите мне, пожалуйста. Разъясните мне, просветите меня. Ну, правда. Я иногда просто не понимаю. 104, 44. Ну, возьми еще. Давайте цветы, что ли, хоть пособираем. Давай. Отлично. Собирай. Ну и куда ты бежишь-то? Развернись. Пойдем туда. Давай. Я так понимаю, нам нужно, наверное, скорее всего, обратно побежать. И найти еще вот этот вот предмет, оставшийся. Ну да. По-моему, не туда надо. Черт, нет, не туда. Тогда вон туда. Я Сусанин, блин, даже с карты запутаюсь. Бегом! Бегом! Блин, да я уже просто перестаю ориентироваться. Ребята, вы меня простите, но ё-моё. Это уже просто как какой-то кошмар. Так, здесь мы ходили, бегали. Там этот, по-моему, костер. Куча этих мест. Уже не знаю вообще даже, куда бежать. Ну, давай. Ой. Ладно. Уже ж давайте пройдем, посмотрим, что там действительно случилось. Со всеми нашими главными героинями. Так, куда? Куда? Куда и что делать? Как? Как бегать? Как же так жить-то, ёкаламане? Да какого чёрта? Убейтесь просто. Хотя, наверное, убиваться, скорее всего, надо мне. Потому что я нифига не ориентируюсь по этому лесу. Даже, блин, по карте. Я уже даже сомневаюсь, что мы дорогу найдем. Хотя я так думаю, что нам стоит... А, так, блин, погодите. Погодите. Мы же были у этой стены. Иди, бери цветочек. Ну, не знаю, ладно. Отлично. Ну, отлично, мы нашли все, как бы, локации, предметы, которые нам тут обозначены на карте. Теперь я, наверное, предлагаю вернуться на дорогу. А что еще делать? Как бы, я так понимаю, волка мы все равно за эту героиню тут не встретим. Так что вообще лишний раз париться-то? Ладно, окей. Погодите. А что это за дом там у меня наверху экрана? Может, это дом бабушки, который там нужно найти?
меня что-то так это сейчас посетило, такая вот мысль. Так, а тут у нас чё? Что это? Ну ладно. Окей. Попробуем следовать вот этому домику. Возможно, действительно это так и есть. Побежали, что ли? Тут дождь на дворе. Мы тут полуголые бегаем. Ну, если, конечно, он только теплый, то это еще ничего. А вот если какой-то ледяной, то это довольно печально и плохо. Так, а это что? А, это тут сундук злосчастный. Ну ладно, окей. Ну давай. Беги. Беги. Давай выбираться из этого грёбаного леса. Я надеюсь, что я всё-таки бегу в верном направлении. Чё ты мне всю эту карту-то показываешь? Я уже всё, что можно, по ней сходил и нашла всё. Теперь я хочу посмотреть Game Over. Так. Там вижу какой-то свет впереди. Надеюсь, мне туда. Ну, похоже. Да, вон там, по-моему, это... Дорога, что ли? Не знаю. Хватит мне... Ах, уже закончила подсвечивать. Всю карту подсвечивается. Как будто, знаете, мне еще что-то тут надо делать. Может быть и надо, но, блин, я уже не хочу. Как-то это... Поиск предметов у меня плохо как-то выходит. Хотя, по-моему, мы довольно много чего нашли. Ну, на мой взгляд. Не знаю. Да, механику данной игры начинаешь понимать уже только под конец. И нормально только в нее можно будет поиграть, когда будешь перепроходить раз второй, там третий. Так. Опять этот сундук долбанный. Он рандомно, что ли, появляется тут? Вообще, я туда иду-то? Наверное, туда. Блин, у меня нет никаких больше догадок по поводу того, как бы, куда бежать. Потому что я ориентируюсь тупо вот на этот домик, на который мне нужно. Я так понимаю, мне туда прийти нужно, к этому домику. Надо попробовать выйти на дорогу, что ли. Так, это театр? Оперный! Я бы так сказала. Ну, и что? Почему меня подвисает так? Так, да, кажись, это дорога. По-моему. Нет, чёрт, это не дорога. Это долбанное пугало. Без головы. Ну, я, по-моему, иду в верном направлении. Потому что, я помню, мы пробегали... В самом начале это поле. Да. Ну ладно. Не, мне бы было бы стрёмно бегать от той по лесу, честно. Когда тут еще никого нет, это одно. Молодец какая! Супер! Внезапно это называется. Только остановилась она это уже. Сделала колесо. Прям акробатка, я сказала бы так. Собери вон цветочки, пожалуй.
Так, ну ладно, пошли, пошли. Долго мы, правда, еще будем бежать, я не знаю. У меня уже какое-то такое странное ощущение, что никуда мы нафиг не выйдем. Вот там какое-то светлое место, блин, я не знаю. То это, не то это. Давай, бегай, дерево. Там довольно светло. Блин, какого хрена тут опять это поле? Тут по всему лесу, что ли, типа поля раскиданы. Прям раздражает. Куда не пойдешь, одно поле с пугалом. Я кругами, что ли, бегаю? Куда мне, блин, народ? Помогите. Это страшно. Когда лес зацикливается, это очень страшно. И я не знаю, что мне делать. Просто не знаю. Мне нужна дорога. Мне нужно выйти на шоссе или там куда. На основную тропинку. Но, блин, она не хочет. Она просто тупо не хочет. Ёперный театр. Я не думала, что эта игра так закончится. Реально. О, да. Тяжело быть бестолковым. Очень тяжело. Прям так тяжело, что аж выть хочется. И плакать. Что за жуткая музыка на заднем фоне играет? Так, ребят, я думаю, это еще будет долго продолжаться. Сейчас я выбегу когда на дорогу. Или найду этот долбанный дом бабушки. Я так понимаю, нам туда попасть. То я вернусь. Ждите. Аллилуйя, народ, я нашла его. Я нашла это. Я нашла дорогу. Господи, неужели, неужели. Ладно, все, закончили с этим. Пойдемте к дому бабушки. Я надеюсь, что как мы только до него доберемся... Мы сможем завершить игру, посмотрим концовку, если тут такая возможна. Какой-то тут дорожный знак даже. Качельки изображены. Ну да ладно. Пускай будут качельки. Пошлите смотреть, что же нам покажет эта девчонка. Открывай, сова, медведь пришел. Довольно шустрая. Молодец. Другим бы у нее вообще поучиться бегать. Отлично. Ну тут уже музычка какая-то повеселей. Ладно, я так понимаю, нам надо двигаться вперед. Пойдемте вперед. В этой комнате какую-то из девчонок убили. И вот в этой тоже, по-моему. То есть мы сейчас проходим, как я понимаю, все комнаты, где нас убивали. Да, и вот это точно была. Точно, точно. Угу. Да-да-да, точно, точно, точно. Боже. Бабуля, вы живы? Хоть кто-то из девчонок до нее дошел. Господи, она еще и глаза открыла. Ну ладно, окей. Собрано предметов. 2 из 7. Пройдено. 3721 метр. Все, что ли? Супер. А, ребята, я, конечно,
Ой, а что у тебя с платьем? Оно стало какое-то частично красным, как будто у той девчонки тоже, которая там в красном платье бегала. То есть это как бы и добро, и зло в одном лице, что ли? Ну, не знаю. В общем, ребят, я так не знаю. Если бы я нашла все предметы, может быть, здесь было бы что-то иное. Но, честно говоря, перепроходить это сейчас вот еще раз на записи я, наверное, вряд ли буду. Поэтому уж не судите меня строго, я в эту игру, считайте, играла первый раз. Вообще не знаю, чего здесь и как, потому что она, конечно, довольно специфическая. В плане, ну, сюжета. Геймплей тут простой, что, бегай да собирай. Но в плане того, что нужно делать, здесь довольно все неочевидно и непонятно. Вообще игра действительно имеет определенный какой-то философский смысл. Как бы, я так понимаю, простите, раскрывает пороки людей. Даже не пороки, а говорит о том, что некоторые чем-то жертвуют, как, например, одна из вот этих героинь наших. Ради того, чтобы вот, допустим, Аврора, да, она, я так понимаю, пожертвовала своей мечтой ради того, чтобы заниматься чем, ну, свой, как, ну, следить за семьей. Она пожертвовала своей мечтой по поводу того, что она хочет там быть музыкантом. Одна, другая, вот, Агния, она, я так, как мне написали, у нее, оказывается, вот эта нога травмирована. Просто я, честно говоря, я ни за что бы не подумала, что у нее там что-то произошло. Видимо, ту машину, которую мы находили, это как бы является знаком того, что, видимо, была какая-то авария, которую ее там подвозили друзья, там, ну или кто-то, и вот неаккуратно вели, и она поэтому попала в аварию и вот травмировалась так. Я так понимаю, здесь у каждой из этих девочек есть свои определенные амбиции, судьба, как бы свои мечтания, но не всем суждено сбыться. В общем, ребят, я надеюсь, что вам, да, летсплей понравился. Надеюсь, что не было особо скучно все это смотреть, потому что все-таки для летсплея данная игра довольно сложноватая, на мой взгляд. Но ничего, вроде как-то справились. Я надеюсь, что, еще раз повторяю, скучно не было. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Оксида. Всем удачи, пока и до новых летсплеев.